я всех рада видеть. Очень рада, что такой большой зал. Столько людей пришли послушать результаты и вообще посмотреть, что это такое. Меня зовут Наталья, не представила, да, фамилия Магардеева. Я с ноября месяца в компании «Вэпик». Сама пользуюсь капсулами, очень довольна результатами своими. У меня камни в желчном пузыре ходили на УЗИ, у меня они уменьшились в разы, там вообще уже стали почти что песок выходит. Это самый большой результат, который у меня сейчас есть. Вены на ноге тоже стали проходить, варикоз стоит, да. Улучшились состав моих волос, ногти укрепились. И вообще, вот я пока стояла, всех слушала, да, я думала, ну, наверное, я только у меня у одной это было, оказывается, это действительно у всех проходит, и суставные боли проходят, и укрепляются волосы, ногти, это в первую очередь. Конечно, хочется еще мне сказать не только за себя, что послушали, например, мои тоже близкие, да, родные. Хочу рассказать один свой результат моей знакомой очень хорошей, которая, у которой в доме, ну, не скажу, что беда, да, и горе, но очень страшный диагноз у нее у дочери. 31 год, у нее трое детей маленьких, самый маленький 2,5 года, и у нее онкология. Вот такой вердикт в семье, это был вообще шок для всех нас. И мы начали искать продукт, который может помочь. И я вот сама для себя, да, хотела оздоровиться, чтобы вот где-то что-то, да, и мы вот услышали такое, что капсула, ну, много компаний есть, которые производят, которые что-то, чего-то, и мы просто поверили в этот продукт и начали вместе с ней принимать. Очень сильно была депрессия. Вот у этой дочери, да, что такой диагноз, маленький ребенок родился, и она вообще жить не хотела. И мы взяли себя в руки. Очень тяжело было. И когда вчера она мне позвонила, я вот прям сегодня вышла, ну, с этим результатом, она принимала с 12 декабря капсулу и ходила сдавать онкоманкюры. И она мне звонит, говорит: Наташа, ты не представляешь, какое счастье, на 5 единиц уменьшились раковые вот эти онкоманкюры. Сходили на УЗИ. Она еще даже не ходила к вот этим многим анализам. Вообще врач была в шоке сама. Без химиотерапии, без всяких вот этих препаратов. Она вообще жить не хотела. Мы вот били с ней, вот, ну, насильно заставляли. Говорит: ну, тебе все равно что терять? Я ей вот так говорю, прям честно говорю: что тебе терять? Раз такая болезнь у тебя, ну что тебе терять? Поверь, начни принимать, и у тебя будет результат. И она поверила и начала принимать. И вчера она мне звонит сама и говорит: тетя Наташа, вы знаете, я вот иду с результатами УЗИ в руке, и у меня от опухоли остался только полумесяц черной опухоли. У нее онкология яичника. И все было, жидкость какая-то там была, опухоль большая была. И говорит, когда УЗИ делали, и она взяла с собой результаты предыдущие. И когда они сравнивали, они были все в шоке от того, что вот за такой короткий период времени, да, онкология начала уходить. Отступила болезнь, понимаете? И я вот рада за то, что есть спасение. Вот просто надо поверить и начать принимать. Вот всем рекомендую. Пожалуйста.